أدركني الحمد لله الذي أعطني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفة الرحمن الحمد لله الذي أعطني السلام عليكم We must all not not Ukraine watch well. Shus hard not how I know how here. They'll do a lot of their bad lads that's doing so Ukraine a dodge them. We must read more on that. Jim Shem Buck, the Gush Dosh Nahastik, as Octana, the territory of Donbass, Lugansk, in the territory of Ukraine, and Ashi Spets Padrazilin, Polk, Imini Ahmad Haji Kadirov, Glavex, Giroy Rasim, Zabidam Chelayo, 141 Polk, Imini Ahmad Haji Kadirov, Sober Ahmad, Amon Ahmad, Линейный, ОМОН, Ахмат, неведомственный полк, добровольцы тысячами. Они все с удовольствием ради Аллаха, ради нашего будущего, будущее наших детей выбрали этот путь, путь Всевышнего. Я называю нас всех воинами Аллаха. Пришло время показать тем нечистям, которые нас оскорбляли, писали всякие гадости. Это вспоминать страшно. Кто это делал, когда мы проверяли, все это исходило из Киева. Поэтому мы с вами десятикратно обязаны уничтожать этих бандеровцев, нациков, шайтанов. Я сегодня тоже вас собрал, чтобы еще раз сказать всем нашим врагам, мы не уменьшаемся, наши единомышленники становятся все больше и больше. Сегодня с нами в одном ряду стоят из разных регионов, разные национальности, вероисповедания. Это говорит о том, что Россия – это наш общий дом, и когда мы вместе, мы сила. Я разговаривал со всеми командирами Мариуполя. У них дух боевой. Каждый жаждет показать себя и освобождать мирных жителей. Это у них хорошо получается. У нас есть еще вопрос. Сегодня сделали заявление, что вокруг Киева и Киевской области сократят войска. А мы другое говорим. Пока есть эти бандеровцы или шайтаны, это все будет продолжаться. Они опять же соберутся и постараются сказать свое слово. Поэтому мы, воины Аллаха, пехотинцы Путина, говорим, не нужно сокращать войска, не нужно вести переговоры с теми людьми, которые не отвечают ни за что. Зеленский, он ни за что не отвечает. Те, кто сидят на переговорах, куклы, а кукловоды находятся в западных европейских государствах. Вести с ними переговоры, это, я считаю, абсолютно неправильно. И я прошу нашего верховного главнокомандующего, президента, я и в 2014 году говорил, и сейчас говорю, надо зайти в Киев, уничтожить логово, дать выбрать украинскому народу, как они хотят жить. В свое время, в 2003 году, 23 марта, мы провели референдум, и наш народ сказал, мы хотим жить в составе Российской Федерации. Мы сами будем бороться со своими бандитами, террористами. Мы знаем свою этику, обычаи, традиции, каждую тропинку. Президент доверил Ахмаду Хаджи, Ахмад Хаджи оправдал доверие, навел порядок, провел референдум, сформировал все ветви власти и оставил нам процветающую республику, ушел от нас. Мы все мечтаем погибнуть на пути джихада. Поэтому я говорю и заявляю, мое мнение убежденное, как Рамзана Кадырова, как воина, надо завершить начатое, надо зайти и забрать Киев. Мы, если нас оставили бы возле Киева, я уверен, зашли бы в Киев и навели бы порядок. Да, действительно, трудные бои идут в Мариуполе и других местах. Они 8 лет там готовились, выделяли миллиарды. Все спецслужбы мира, инструктора, все их учили. Но мы превосходим во всем. В бою, когда нападаешь, от 3 до 6 раз должны быть больше. Мы меньше 3 раза все равно нападаем и забираем все объекты. Я горжусь, что мы готовы защищать религию ислам. Горжусь, что мы достойно продолжаем дело Ахмад Хаджи. Это видно всем. Сидущие города, села, развивающиеся сельское хозяйство, культуру.
культура, спорт. И мы учились воевать не для того, чтобы уничтожать, а для того, чтобы защищать. И поэтому мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама. Эти шайтаны не раз заставляли меня плакать, читая, что они пишут про нашего Всевышнего, про нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому простить их нельзя. Есть одно – уничтожить или пожизненно сажать. Третьего не должно быть. Поэтому мы еще раз подтверждаем, что мы готовы выехать в любое место, государство, точку, чтобы выполнить любой приказ, любой сложности. Наши ребята находятся в самых сложных участках. Я каждый день с ними на связи. У них на лицах радость, когда кто-то получил такое ранение несерьезное. Ты должен приехать домой. Он плачет. Нет, я еще могу воевать. Оставь меня, пожалуйста. Ранение чуешь? Да, человек, если так посмотреть. Но они говорят, это для них царапина. Самый мой любимый момент – это мечта, когда ты полностью уничтожишь этих нечистей и возвратишь флаг над Киевом и показать всему миру, что нельзя трогать религии, достоинство человека. Хочу сказать, я не жду от переговоров ничего хорошего. Я уверен, что эти куклы ничего не решат. Им бандеровцы, нацики, именно которые называют себя мусульманами, я их переписки читал. Они руководству Украины, так называемой, не подчиняются. С кем вести переговоры? Поэтому, иншаллах, мы есть. Мы будем защищать наш народ, религию, государство. И мы выполним любой приказ нашего дорогого президента Владимира Владимировича Путина. Ахмад! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Митчен Ахо Динян Диа, мой дадр, мой киш тухает, ложка тухает, дармула. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!